Хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле дуслар. Рәхмәт итегез бүген барыгызга да шушы матур көнне безнең шушы үзәгебездә шушындый яңа әйтик төзелешләр ачылу көне белән әйме. И барыгызның исеменнән дә минем аларны шушы төзелештә катнашкан барлык төзүчеләребезне тәбрик исем килә сезнең барыгызның исеменнән дә. Дорогие горожане нашего города, гости, уважаемые, от всей души хочу поздравить всех с этим, скажем, праздником. На нашем центральной площади открылся такой объект, которым могут отдохнуть все и полюбоваться нашим всем сооружением, тем же фонтаном. И хочется пожелать от имени вас всех поздравить тех строителей, которые осуществили вот этот весь полный проект и довели до этого дня. Плюс этим мероприятием мы хотим еще раз озвучить то, что в этом году, в начале лета, мы объявили конкурс «Самый лучший благоустроенный». Благоустроенные предприятия, учреждения, частный сектор, придомовая территория, те, которые люди участвовали в этом мероприятии, в конкурсе, кому не безразличен наш город, красить, скажем, своими цветами, ухоженными дворами. Сегодня мы хотим их поздравить, пригласить сюда на сцену и вручить им наши подарки и благодарственные письма.